Пока городские власти заняты вопросом изменения городских топонимов, проблема, которая действительно волнует жителей, остается в тени. Законность строительства общепита на площади Пушкина подвергнута сомнению. Чиновники, хотя и обещали представить общественности все документы, слово свое не сдержали. Ни одного документа, конечно, никто никогда не показал, поэтому возникает сомнение в ее законности. Показывали некое разрешение департамента культуры, это все, собственно говоря, липа большая. И департамент культуры здесь не имеет никакого отношения. Здесь земельные отношения, отношения строительства и обоснованности. Мы сейчас вот здесь с вами стоим в водоохранной зоне нашей реки. Здесь невозможно даже ничего строить. Митинговать, по мнению Сергея Шмонина, можно сколь угодно долго, но проблему таким образом не решить. Поэтому он подготовил обращение в прокуратуру Фрунзенского района. Под петицией поставили свои подписи активные граждане, которые не хотят, чтобы на центральной площади появился фастфуд. В своем обращении Сергей Шмонин приводит конкретные нарушения закона, в первую очередь устава города. Должны быть публичные слушания, на которых может прийти любое количество граждан города, жителей и высказать за или против. То есть мы должны решить прежде всего, будет здесь в зеленой зоне отдыха на центральной площади города это кафе, нужно оно кому-то или оно не нужно. И власти потом должны, согласно тому же уставу, прислушаться к мнению жителей изначально, а потом уже выдавать разрешение и делать это как-то так законно, скорее всего, а не нахрапом и втихаря. Горожане надеются, что в конечном итоге восторжествует справедливость и забегаловка на месте газона не появится. Сергей Шмонин сдаваться не намерен и готов отстаивать зеленую зону в суде. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.